Луганщина, песня моя в степи ковыляет. Вы хотите, чтобы я рассказал вам красивую историю, где я выглядел героем? Поднимаются к облакам. Украина здесь начинается. Солнце к первым приходит к нам. Вечер в хату, часик радость. Александр Сергеевич, спасибо за это интервью. Вы уже 2 года находитесь в заключении. 4 года с момента начала тех событий, о которых мы хотим поговорить. И главный вопрос. Вы для себя поняли, почему вы здесь находитесь? Как вы полагаете? Если бы я руководствовался тем, чем я полагаю, то я бы вам сказал, что вообще-то судебные заседания не должны были состояться. Потому что обвинительный акт, который был передан в суд, он передан с такими нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, когда любой нормальный суд, который не заангажирован, он бы его просто не принял к рассмотрению. Там. Я не... Нет, ребята. Я ухожу. Нет. Там. Фартумаш, Александр Сергеевич. Да, держитесь. Настроение вам хорошего. Камброд, тема сплошная диарема. Темные дороги, скромные переулки. В парке первого моя поднятые руки. Камброд, тема сплошная диарема. Темные дороги, скромные переулки. В парке первого моя поднятые руки. Зубами зажимаешь сигарету в правой руке. Литровая бутылка пива сегодня.